вы рассказываете мне почти 40 минут про историю России, про Рюриков и так далее, но я спрашивал, почему вы вторглись в Украину, нарушив все международные законы? Вы могли бы мне дать прямой ответ? Я не совсем понимаю, какие ответы вы хотите от меня услышать. Вы что хотите, чтобы я сказал, что я на старости лет ёбу дал или что? Типа старый долбоёб дал в штангу, да? Блять, ну вы же понимаете, что я не могу такого сказать. Поэтому я и наваливаю всю эту хуету про неонацистов и Рюриков. Но не забывайте, что у меня всегда есть сильный козырь в рукаве. Какую бы хуйню я только не нес, мои рабы в России все схавают и даже не подавятся.